чуть-чуть. Все. И все, пускай кипит. У нее тут крышка. Все. Закипит, уберем пенку. На суп. Это с пшеном будет суп, да? Суп с пшеном, вот. Хватит. Картошечка. И туда еще есть. Знаешь, какая вода слева? Ее надо помыть. Слить. Я тоже хотел к нам приехать. Когда ты мелый. Может, он шел и сюда. Свалим. Потом закинем вот так. Там будет еще вариться. А сколько оно будет вариться? Ну, 10 там поварится. Потом туда картошечку кинем. Потом еще минут сколько. 5 поварится. 10. Потом все туда пшено кинем. Вот, закипит, туда кинем. Ух, ну морковку надо было, морковки нету. Вот, там. И все, пускай еще варится. В общей сложности. Картошек еще сюда. Ну, чистим. Ну, что такое? Не знаю. А тут щепенка, когда поднимается, ее надо убирать шумовкой. Шумовка? Да. Шумовка с веточкой. А почему шумовка? Потому что когда шумит суп, тогда и убираешь. Шумит суп. Да, вот это шумит. Песка поднимается кверху. Называется шумовка. А пока ты несешь, вода через дырочки капает на стол. Ничего страшного. Пошла вода. Все? Сварилась? Все сварилась? Нет, только закипела. Теперь будет вариться. И сколько оно будет вариться? Ну, пускай минут 5 поварится. Так. Потом картошечку закинем. Еще минут 5 варится, потом пшено закинем, потом закинем морковку с луком. А морковки нету? Нету, значит лук закинем просто. А так морковку еще вот на телочку вот так вот вместе с луком закидывают. Вот. Ну а потом приправки, если есть какие-нибудь в конце. И минут 5 еще поварится. И все, это вытаскивается. Там какое мяско обдирается назад, суп потом кидается. Косточка. Начистим картошечки, на завтра тебе отварим с тобой. Ох, как варится там картошка, тут куда нарежем. Вот. Вот он. Для супчика. Вот так просто, это когда жарить, потом такими ломтиками. А когда на супчик пополам, еще на вот так вот. Вот такие дольки. Квадратики. На три не сделать, если большая надреза.
А что-то пшено все равно муку свою выпускает. Вон оно стало мутное какое-то. Еще раз солью перед тем, как суп ложить. Ну, она же не серая, как было изначально. Да. Ждет. Тоже вот так. А откуда там вон масло? Это же курица. От курицы из бульон. Из курицы? Конечно. Так что, в нее масло добавляют? Нет, она жирненькая просто. Сама жирная? Да. Там только что же вода была. Как ты закинула картошку, сразу жир появился. Не, он и был. Что его так не видно было? Сейчас замутнил, ты видел. Да. Да. Вот. Сейчас. Если поварится, потом... Мятик он уже слазит. О, мятку пускай еще поварится чуть-чуть. Ну, прикольно. Крышечка. Это ж как, ну, не нужно развариться. Да. Конечно. А я думал, быстро сварится. Ну, это суп. Это же не просто вода, это же, ну, косточка, и даже надо свариться. Это же мяско у трохи. Да. Ну, курица вообще-то быстро варится, за полчаса как бы. Ну, так это же поварится, то картошка минут 10 варится. Водичку. Смотря, хочешь погуще, ну вот побольше. Она же распарится раза в 3-4 каша. Поэтому приблизительно смотри. Хочешь пожиже такой супчик, значит меньше крупки ложи. Погуще, значит больше. Сваришь сам один раз, два. Уже будешь знать, сколько надо крупы, чтобы было. Погуще, погуще. Вот. Видишь, вроде бы как ее не видно. А потом распарится и будет. Ого, сколько тут крупы. Может, раздается в объемах. Так, пускай крупы. Пока что было. Пускай трохи поварится. А лук без морковки невкусно же будет, да?
А закинули морковку еще. Возьмем штучки. Можно зелень кидать сюда, там, допустим, зеленая петрушку, еще какую-то сухую зелень, укропчика, если она есть. Супчик ароматизировать чем-нибудь. Вот. Пускай прикипит. И сколько он так варится будет? Ну, что в целом не меньше полчаса варилось. А сколько оно уже варится? Не знаю, ну 20, может. И что, еще 10 минут поварится? Ну, наверное, вот лучок сварится. Попробуем, посмотрим. Ну, чтобы картошечка сварилась. Крупа, чтобы была мягкая, она еще твердая. Ну, пускай поварится, друзья. Вот. Все. Вкус. Может, сольки надо добавить. Да. Можно чуть-чуть добавить еще. Вот. Ого. И чуть-чуть, вот так. Что-то многовато. Вот. Варится. Была бы какая-нибудь приправка. А бабушка взяла приправа. Так я сюда уже и сыплю. Куркума. Карри это. Карри. Щепоточку. Что тоже многовато? Да не многовато. Она что, может раствориться в супе. Где ты ее видишь? Где? Где много? Где она? Покажи, где она. Там он плавает. Все, нету. Она внутри. Нету, все. Уже пахнет. Вот она и пахнет. Это карри, это смесь перцев. Смесь перцев. Сколько моли. Поэтому такой цвет. Так что он острый будет? Нет. Ароматненький просто. Просто я щепоточку кину. Все, пускай варится еще. Картошки, все. Как раз картошка сварится и суп сварится. Вот и все. Вот. Так, давай себе. Видишь уже какая крупа, видишь какая красивенькая, разваристая. Это вот врач курки, навар. Чего навар был, косточки. Кузенят эти вытащите. Идите сюда. Все, пускай остынет, потом это мясо, которое еще вот снимешь, что осталось. И супчик. Все, оно уже сварилось. Нет, еще. А курица сварилась? Курица. Вот сейчас посмотрим, вот кусок болтается. А если она там останется, то что? Да хай будет, просто смотрим. Да, курица сварилась. Она вся беленькая. Классное мясо нет, значит сварилась. Беленькая курица. И обратная? А что, конечно. И это вот еще снимем, просто горячая. Туда тоже назад все. Так можно не косточку, а карачок какой-нибудь или бедрышко закинуть, варить, хай варится. Вот. Я на так. Ну что, тут все. Ну что? Можно еще подсолить. Попробуй на свой вкус. Ай, не хочу. Не хочешь солить? Нет. Ну смотри. Ну вот, видишь, как разварился? Видишь, как крупа разварилась? О! Уже бубочек не видно, видишь? Да. Как разварилась. Бубочек не видно. Не видно. Сейчас посмотрим, как разварилась крупа. Все сварилось. Посмотри, какой на по густоте. Ты видел, сколько я каши делала? Каши этой крупы кидала. Видишь, по густоте какой? Ну, все, можно выключать. Все сварилось. Потому что все сварилось тут.
сварила. Ну, ты бы попробовал, я бы еще подсолила. Смотри. Не надо много соли, правда? Все, выключаю. Все. Готов. Да. Может, ты пучок какой зелени будет. Буду идти назад. Какую закинуть себе. Вот и сюда укропчика посыпать было бы. Для ароматика. Вот. Ну все, и вот это, наверное, уже сварилось. Вот. Кинуть я косточку почкам. Все, это вода. Да. Супчик можешь наливать, кажется, давай. Наливать? Ну, можно. А косточку сразу можно туда покрошить, да? Ну, мясо в суп. Да, это все горячее. И в этот суп с мясом? Да. Ясно. Суп с мясом. А если окорочок варишь, так с окорочком сразу бери. О, видишь, сколько мяса тут есть? О! Тебе жиденькие или густенькие? Жиденькие. Жиденькие хочешь? Ну, так, да? Добро? Ну, да. Хватит? Да. Все. Ну, было бы морковка, было бы зелень, было бы красивее. Ну, да. Вот так. Яйцо. Яйцо без майонеза просто почистить. Можно и с майонезом.